Насибуллин Рамис, 8 лет, набережные Челны, 40-я школа, 2-й Д-класс, Владимир Ветлич. Баллада о банке варенья. Зачем ты, война? У мальчишек их детство украла, и синее небо, и запах простого цветка. Пришли на заводы работать мальчишки Урала. Подставили ящики, чтобы достать до станка. И вот неподкупной зимою военного года, когда занимался над Камой холодный рассвет, собрал самых лучших рабочих директор завода. А было рабочим всего по 14 лет. Усталые лица глядело суровое время, но каждый в себе на военное детство нашел. Как только рабочие упрямили банку варенья перед ними мальчишками, кто-то поставил на стол. И вот над заводом, над лесом в снегу задремавшим, среди подступившей внезапно к сердцам тишины, повеяло чем-то давно позабытым, домашним, как будто не было больше на свете войны. Ах, банка варенья, простое и верное средство напомнить о том, что как жизнь у людей не горька, но будет еще у мальчишек и солнце, и детство, и синее небо, и запах простого цветка.